На горячую линию нашей компании обратился житель Якутска с просьбой осветить состояние дороги на объездном шоссе. Участок – один из самых проблемных в столице республики. Разбитые дороги вынуждают автолюбителей нарушать правила дорожного движения. Объезжая глубокие ямы, водители вынуждены выезжать на встречную полосу, а местами проезд возможен только по обочине. А по ней ходят люди, ведь тротуарами улица не оборудована. Когда решится наболевший вопрос, узнавала Саргалана Захарова. Ах, путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать. Эти слова из известной фронтовой песни приходят на ум, когда проезжаешь объездное шоссе столицы, как после бомбежки, шутят в народе. Но жителям отдаленных районов города, которым приходится в день здесь проезжать по нескольку раз, не до шуток. Дорога домой сопряжена с реальным риском. Затрудняемся ехать по этой дороге. Очень глубокие ямы по колено. Это где-то 400 продолжает, и все объезжают. Получается, мы нарушаем ПДД, выходим на встречную полосу, чтобы объехать эти ямы, и очень много времени это занимает. Получается, утром на работу, в обед, детей, школу, садик и так далее. Все время по этой дороге мы ездим. Но в этом году ситуация должна в корне измениться. В план ремонта и реконструкции городских дорог вошло и злополучное шоссе. Объездное шоссе будет четырехполосное. Здесь круговая развязка в разброс до 50-60 метров будет 4 полосы, потом будет уже сужение на 2 полосы по Жарницкому и Хатынгуряху. Также в этом году отремонтируют Хатынгурясское шоссе до улицы Курнатовского и улицу Жарницкого до строителей. Помимо этого обустроят пешеходные зоны, проведут благоустройство и озеленение территории. Популярному авторынку придется уменьшить свои площади в пользу расширения дороги. А в последующем его планируют и вовсе перенести на другое место. Работы по реконструкции объездного шоссе продолжатся и в следующем году. Вторым этапом будет участок от улицы Жарницкого до Вилюйского тракта. Здесь помимо ремонта дорог построят тротуары и велосипедные дорожки. Саргалана Захарова, Андрей Секритов, НВК Саха, Якутск.